Барсик, 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 иди сюда, сыночек, иди, мой миленький. Ой, будьте добры, достаньте длинную белевую веревку. А у нас нет дома. И кошка сейчас будет снята. Или а кот, я не знаю. А как? А вы достаньте, а мы вам покажем полку. Еще там подольше концов. Еще надо, нет чего? Да нет, по-моему, хватит пока. Для начала. Внизу отойдите немного. Это был второй этаж. Бутылку назад. Не бросай. Что? Я же не бросаю. У меня рулон туалетной бумаги. Я внизу уже упаду. Вау! А зацепился внизу зато, видишь? Он кота-то. Отправлю его на балкон. Я отпускаю ее. Держите его. Держите его на балкон. На балкон. Тяните, тяните и берите. Ну что за сволочь, падаешь что ли в конце концов? Вот, смотри, он сейчас упадет. Ну что, у кого-то есть другие предложения? Молоток только есть больше. Нет, молоток надо. Для рубки мяса, топор. Дом есть у каждого. Надеюсь, да, никого? Так как ты? Я же самого этого пару минут. Спасибо, топор. Все, все. Вот туда-туда, тихонько. Теперь что будете делать? Не проводит. А теперь мы пойдем домой. Деревня не проводит.